Приветствую вас, мои дорогие подписчики. Здравия желаю, вареги-ушкуйники. Еще одно видео сделаем про медицинское снаряжение. Оно будет максимально практичное. В том плане, что здесь я покажу конкретную аптечку, где ее взять, скажу. Она уже собрана. И, на мой взгляд, из того, что у нас есть сейчас в России, да, это самый лучший вариант. То есть уже вот, когда просто не надо париться, взял себе аптечку второго эшелона, а это именно аптечка второго эшелона, и там уже все самое лучшее, все, что надо, собрано, лежит. Сразу скажу, что это производитель Tourniquet Shop всего этого дела. И собрано по конкретным рекомендациям инструкторского состава Центра тактической медицины «Сварог», к которому я тоже такое небольшое отношение, но все-таки имею. Итак, это аптечка второго эшелона. Вот он, подсумок. Подсумок, понятное дело, отрывной. Сделан из хорошей ткани, хорошей фурнитуры. Вообще вопросов никаких нет. Хорошая злая липучка, грамотный подсумок, достаточно объемный, в него все помещается. То есть, как видим, фиксация на липучке и дополнительно еще фастекс. Плюс ручка для переноса, если надо. Здесь мы можем заметить молнию достаточно хорошего качества. Ну, вообще к ней никаких вопросов нет. Термоусадки, все нормально. Здесь, соответственно, у нас есть маляха. Можем что-то закрепить, если надо. Там те же ножницы, например. Либо же подсумочек с турникетом, если надо. Велкро достаточно длинная для всех необходимых вам патчей, если они нужны. Вот. И вот, собственно, содержимое подсумка. Да, кстати, да. То есть мы помним, что мы подсумок комплектуем так, чтобы когда мы его открыли, от него, из него ничего не вывалилось. Ничего не вывалилось, кроме этой бумажки, которая, по сути, есть не что иное, как опись содержимого. Вот это, соответственно, производитель Tourniquet Shop. На него ссылку я оставлю. Что мы здесь имеем внутри? Внутри видим турникет CAT. Но, опять же, с магазином вы там дополнительно обсуждаете, что конкретно вам класть. Да? Может быть, другой турникет, может быть, эластичный, соответственно, турникет, либо воротковый турникет, ну, какой-то там будет лежать. Соответственно, это CAT, Gen 7, оригинал, оригинальный не бывает. То есть к этому, опять же, магазину вопросов вообще никаких нет. У них все ровно. Иначе я бы про них не говорил ничего. Дальше мы видим эластичный жгут здесь, жгут наш. Далее это бандаж эластичный, маркер, химический источник света. Вот он. Видите, да, все уже лежит. Дальше это воздуховод Гведела орофарингальный. Опять-таки при заказе можно там, если что, скорректировать по размеру, если надо. Внутри находится спасательное одеяло и карточка пострадавшего. Видим, да? Дальше. Это все дело уже здесь собрано. Смотрим вторую половину. Здесь бинт для тампонады заотсложенный. Два обычных и гемостатический. Опять же, количество гемостатических можно увеличить. Это варьируется. Суть в том, что она у вас будет собрана. Наглазник, ножницы, которые можно отсюда, опять же, убрать, снаружи повесить, равно как и жгуты, турникеты. Так, это у нас, соответственно, салфетки инъекционные, перчатки. Далее, это армированный скотч, уже правильно уложенный. Здесь ампульница на 3 штуки. Далее в этом кармане противоожоговая салфетка. Это именно амеровская контрактная. И кто что, окклюзионный пластырь в количестве 2 штук Хайфин, вентилируемый и не вентилируемый. Вот 2 штуки здесь уже лежат. Все. То есть базовая аптечка второго эшелона. В общем-то, все необходимое здесь лежит. Ну, нет здесь, например, пилбокса с таблетками, но это уж вы сами положите. Ребята просто не имеют права продавать вместе с таблетками. А все остальное, все оно здесь все есть. И вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос, где взять уже готовую хорошую аптечку с самым лучшим содержимым. Вот здесь, вот. 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 Даже там по промокоду Варяг есть небольшая скидка. Небольшая, но есть. Так что... Пожалуйста, моя задача
показать, подсказать, где взять самое лучшее, самое эффективное. Я его выполнил. Все. Дальше уже сами решайте. Вот она, аптечка. Второй эшелон собрано. Думаю, достаточно наглядное видео. Все понятно. Так что экипируйтесь самым лучшим образом. Используйте самое лучшее, самое эффективное снаряжение для наиболее эффективного выполнения боевых задач, сохранения жизни и здоровья своей, своих товарищей, своих подчиненных. Все, на этом будем прощаться. Слава Руси! Мы всех победим! Быть добру!